Тулуп, весьма вероятно, что ему еще и за Аксель Тулуп не посчитали. Все-таки здесь идет повторение, а Аксель отдельно у него уже был. Без протокола, конечно, этого так вот и не скажешь. А единственное, что можно сказать, то что участникам этого соревнования в современных условиях нужно быть внимательнее по поводу элементов, повторов и так далее. Иван Бариев на льду. Давайте посмотрим, что они там придумали с Николаем Морозовым.
Иван Бариев. Молодчина. Очень хороший фигурист, конечно.